черт знает, что за перья. Что за чернила? Дёготь, а не чернила. Удивляюсь я этому земству. Для больных записывают. А денег на чернила 2 копейки в год дают. Вот таков. Ничто не знаешь. Чего ты смеешься? Ты чего смеешься? Черт их знает. Тут некогда, время дорого, они с шутками. Звать как? Ничто не знаешь. Угорел. Знаю, но должен спросить. Потому форма такая. А угорать нечего. Не такой пьяница, как ваша милость. Не запоем пьем. Имя и фамилия. Зачем же я тебе буду говорить, если ты сам знаешь? 5 лет знаешь, а на костой забыл. Нет, не забыл, но форма. Понимаешь, форма? Или ты не понимаешь русского языка? Форма. Но если форма, черт с тобой, пиши. Михайло Федотович Измученко. Со слоя каком? Бас. Лет сколько? А кто его знает? На крестинах не был, не знаю. 40 будет? Может, будет, а может, не будет. Пиши, как знаешь. Грамотен? Нечто певчий может быть неграмотный. Голова. При людях ты мне должен «вы» говорить, а не кричать так. Ладно, ладно, ладно. Кто таков? Никифор Ухачев. Из Хаплова. Хапловских не лечим. Ваше благородие. Делайте такую божескую милость. Ваше благородие. Верстов 20 пешком шел. Хапловских не лечим! Проходи! Что болит? Горло, Глеб Глебович. Горло. Горло? И не так больно, как убыточно. Через болезнь петь не могу. А регент за каждую обедню 40 копеек вычитает. За все нашли вчера четвертак вычел. Так, так. Ну ничего, господ, панихида была. А, ну была. Певчим дано было 3 рубля. Подожди. О! Так вот на мою долю через болезнь ничего не досталось. Черт его знает. С вашего позволения, относительно глотки, могу вам предположить, что очень уж дерет и хрипит. От крепких напитков, стало быть. Не могу сказать, от чего, собственно, моя болезнь произошла. Да-да. Но могу только выразиться, что крепкие напитки только на теноров действуют. А на басов нисколько. Бас, Глеб Глебыч, от крепких напитков гуще делается. И представительнее. На басов действует больше простуда. Простуда. Крепких напитков не употреблять.
Так я уже 3 дня не употребляю. Водка действительно хрипоту придает басу. Но от хрипоты октава. Слава вышних богов! Точно в горле какой-то кот сидит. И лапами кого? А, вот и вот, видишь. Глеб Глебович, тебе-то уж, то есть вам известно лучше, что нашему брату без водки никак нельзя. Что за певчий, если он водки не потребляет? Не певчий, а одна только, с позволения сказать, ирония. Не будь у меня такой должности, я бы ее проклятую в рот не взял. О! Водка есть кровь сатаны. Вот, совершенно верно, вот. Вот что, я вам дам порошок, разведите его в бутылке и полощите себе горло утром, в обед и вечером. А глотать можно? Хорошо. Можно. Очень хорошо. Досадно бывает, если глотать нельзя. Полощешь, полощешь и вымнешь. Жалко. Да, вот еще что хотел сказать, Глеб Глебович. Животом я слаб. И по этой самой причине мучаюсь очень. Аппетит есть? Не боже мой. Больно? Больно? Ай, теперь как больно, Глеб. Это больно. Высунь язык. Больше. Больше. Да. Что? Совершенно ясно. А что? Катар. Чувствительно вам благодарен. Закусывать дома будешь? Слышь ты, тут тебе не трактир. Хей! Глеб Глебович, вот что я еще хочу спросить. Ну? При моих таких болезнях, ну? Можно ли мне в законный брак вступать? Нет, не советую. Через ваше горло дети пойдут сиплые. Чувствительно вам благодарен. Следующий. Дверь затвори. Сейчас, батюшка.
Мария Заплаксина? Я, батюшка. Что болит? Голова, батюшка. Вся? Или только половина? Вся, батюшка, как есть вся, насквозь. Головы не кутай. Чего это? Сними тряпки эти. Сними. А, сейчас, батюшка. Вот-вот. Голова должна быть в холоде, ноги в тепле, а корпус в посредственном климате. Вот. Животом страдаешь? Страдаю, батюшка, страдаю. Так. Потяни себя за нижнее веко. Не так сильно оборвешь. Совершенно ясно. Мало крови. Я тебе капель пропишу. Полезно будет даже к ним гимнастику прессу купить. А чего, батюшка? Гимнастику. Видите, гимнастика действует на кровообращение, на нервы, ну и на прочие субординации микроорганизма. Поняла? Да где уж мне, батюшка, темный-то понять мудреные слова? Это тебе, человеку, ученому ведомо. Егорыч! Дай Маре Заплаксиной ликер фери. Чего? Ай, железо. Что на окне стоит. 3 грамма по 10 капель 3 раза в день семечко. Железо, железо, что стояло на окне, все вышло. Чего старухе давать? Я ей дам арсеником покадиликом. Нет, не надо. Я ей лучше сам дам чего-нибудь. Славный вы у нас исцелитель, Глеб Глебович. Лучше всяких докторов, ей-богу. Сколько за вас душ Богу молится. Здравствуйте, сколько! На. Ну-то, что вам угодно? Кланялся вам Глеб Глебович Лизавета Григорьевна и просил у вас мятных лепешек. С удовольствием. Для прекрасных особ женского пола на все готов. Передайте Елизавете Григорьевне, что Глеб Глебович улыбался от чувств, когда лепешки давал. Они письмо мое получили? Получили. Ага. И порвали. Елизавета Григорьевна любовью не занимается. Какая она грязетка. Скажите ей, что она грязетка.
Никола милостивый, Никола милостивый. Эх, мать, Пресвятая Богородица. Хо-х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 о
Господи, Боже. Ну-с, с чем пожаловали? С воскресным днем вас, Глеб Глебович. С воскресным днем. Ну-ну. Истинно и правдиво в псалтире сказано: извините, питие мое с плачем растворях. Да. Сел на меди со старухой чапить, и ни капельки, ни сень порох, хоть ложись да помирай, хлебнешь чуточку, и силы мои нету. А кроме того, что в самом зубе, вот извольте обратить ваше благосклонное внимание, в зубе. Осторожней, сейчас. Надо аккуратнее, ну что ты дымище прям урод. Надо понелекать. А кроме того, что в самом зубе, ну и всю эту сторону, так и ломит, так и ломит, да. Плохо дает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет. Так и стреляет, так и стреляет. Согреших ему беззаконного хом, студными бо околях душу грехи, ленности. Все житие мое иждия. За грехи, Глеб Глебович, за грехи. Отец Иерей после литургии упрекает: косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь. А какое судите тут пение, ежели рта раскрыть нельзя? Все это распух. Извините, извините. И ночь не спавшая. Садитесь.
Раскройте рот. Поширим. Отец диакон велели водку с хреном прикладывать. Не помогло. Не помогло. Григорий Иванистон, дай Бог им здоровья, дали на руку ниточку носить, а? С Афонской горы. Дивлили теплым молоком зуб полоскать. А я, признаться, ниточка надела, а вот ношение молока не соблюл. Богу боюсь. Пост. Предрассудок. Предрассудок? Предрассудок. Вырвать его надо, Ефим Михайлович. Моему лучше знали. Греб Гребович. На то я обученный, чтобы это дело понимать, как оно есть. Что вырвать, что капнет, прочее. На то благодетели поставлены. Дай Бог вам здоровья. Что мы за вас денно и ношно, после родные, по гроб жизни. Там не по-вашему, не по-нашему, не по-нашему, не по-вашему, а вообще всем было хорошо и благополучно. Пустяки. Хирургия пустяки. Во всем привычка, твердость руки и расплюнуть. Вот на медню, тоже как и вы. Приезжает ко мне помещик Александр Иванович Египетский. Человек образованный, во всем расспрашивает, во все вникает, как что. Руку пожимает по имени отчеству. В Петербурге-то лет 7 жил, всех профессоров перенюхал. Ну, долго мы с ним тут. Христом Бога молит. Вырвите его, говорит, у меня, Глеб Глебович. Все же. Все же не вырвать. Ну да. Вырвать можно. Только тут понимать надо. Без понятия нельзя. Зубы разные бывают. Кому рвешь? Щипцами. Кому козьей ножкой, вот, а кому как, да. Какая штучка. Кому как. Раскройте рот. Сейчас мы его того. Сейчас мы его того. Десну подрезать только. Тракцию сделать по вертикальной оси. И все. Какой ножичек? Вот раскрой. Того, не того, не того, не того. А! Вот и все. Все. Владетели вы наши. Нам, дуракам, и не вдомек. А вас Господь Бог просветил. А вы не рассуждайте, если у вас рот раскрыт. А. Вот тебе я. Это легко рвать. А бывают только одни корешки, а этот раз плюнуть. Ну, слава Богу. Не дергайтесь, сидите неподвижно. В мгновение ока. Главное, чтобы поглубже взять, чтобы коронка не сломалась. Отцы наши! Мать Пресвятая Богородица! Не того, как его.
не хватайте руками. Пустите руки, пустите, пустите. Делать это нелегкое. Отцы! Не шевелись. Родители! Он ангел! Как его? Не хватайте руками. Не шевелись. Не того, как его. Пустите руки. Не хватайте руками. Ты дергай, дергай. Чего же петляешь-то тянешься? Хирургии сразу нельзя. Так. Не шевелись. Ну, ну. Тут. Тянул, чтобы тебя на том свете так потянуло. Ты не умеешь рвать, к не берись, ну что я. Света Божьего не вижу. А ты зачем руками хватаешь? Я тяну. А ты меня под руку толкаешь в разные глупые слова. Дура. Сам-то ты дура. Ты думаешь, мужик, легко зубы рвать? Возьмись-ка. Это не то, что на колокольню полез-то в колокола отбарабанил. Блям-блям-блям-блям. Блям-блям-блям-блям. Вот, вот где блям. Помалкивай. Не умеешь, не умеешь. Подумаешь, какой указчик нашел? Видишь ты, господину египетскому Александр Ивановичу рвал. И тот ничего, никаких слов. Человек почище тебя, а не хватал руками. Садись. Не сяду. Садись. Не сяду. Сади, тебе говорю. Света не вижу. Дай дух перевести. Ты только не тяни долго-то, а дергай. Ты не тяни, а дергай. Сразу. Вот, все, и полетело. Учи ученого. Эх, и господи, народ необразованный пошел. Надо дергать, а не тянуть. Поживи с такими, очумеешь. Садись. Открой рот. Хирургия, брат, не шутка. Это не на клиросе считать. Ну что ж ты все лазишь-то? Ладно, ладно. Не дергайся, зуб, походит, застарелый, глубоко корни пустил. Так, так. Пойдите. Родители! Yeah.
и знал. Надо было мне козьей ножкой. Эка козья. Паршивый черт. Отломил верхушку. Вот, насажаю вас, сирота, на нашу погибель. Ведь что же такое, ну что такое? Ну-ну-ну. Ну, поругайся мне еще тут. Невежа. Мало тебя в бурсе березой подчивали. Да-да. Господин Египетский, Александр Иванович, о, образованность, в Петербурге 7 лет жил, один костюм 100 рублей стоит, и то не ругал. Ну и что, ну, и то не ругался. О, подумаешь, пава какая, ничто тебе. Не околеешь. Следующий.